о том, как это было из первых уст. Воспитанники детского сада «Сказка» в преддверии юбилея Победы встретились с участниками Великой Отечественной войны. На встречу пришли два ветерана — Ангелина Тарасова и Василий Самойлов. Свою благодарность за Великую Победу дети высказали стихами, танцами и песнями. Ветераны посмотрели концерт и ответили на вопросы воспитанников детского сада. Мне не бывает страшно. Вот когда идешь в бой, то думаешь о том, чтобы победить. Эти малыши еще раз доказали ветеранам, что их подвиг не забыт, а они достойны наследники Победы.